парк культуры и отдыха имени Тараса Григорьевича Шевченко является парком национальной культуры. И согласно распоряжению нашего мэра, мы ищем формат для того, чтобы всячески подчеркнуть именно это событие, для, очень важное для всех, для нас. Поэтому в рамках общественного бюджета обсуждался целый ряд программ, проектов, городских скульптур, элементов благоустройства, которые сумели бы подчеркнуть и выразить дух украинской культуры в современных креативных элементах благоустройства. Таким образом, была найдена идея создания лавок в виде распахнутых книг, на которых будут высказывания, цитаты, стихотворные произведения нашего самого великого украинца, поэта, мыслителя, философа Тараса Григорьевича Шевченко. Уже сегодня появились первые из этих лавочек, но это не окончание этого проекта, это только его старт. В рамках этого проекта предусмотрено еще несколько очень интересных инновационных идей, которые связаны и со световым оформлением. Не хочется раскрывать всех тайн. И я уверена, что в течение высокого сезона мы закончим этот элемент оформления, и это станет действительно настоящим подарком, настоящим праздником украинской культуры в Одессе.